Всем привет, мои дорогие подписчики, зрители моего канала. С вами Кита. Это выживание в Майнкрафте П. Будет весело, будет прикольно, будет красиво постройки, как вы всегда все любите. Ну что, не буду тянуть. Погнали. Ну что ж, начинаем мы выживать. Кстати, нам повезло, ребята. Мы появились прямо возле деревни. Это очень круто. Играю я на очень такой старенькой версии. Версия вроде как 1.1. Короче, напишу я в описании, на какой версии я играю. Надеюсь, вам понравится это видео и все остальное. Так, ладно, нам нужна кузница. Нам нужна кузница. Если нет кузницы, то это все. Вот она, родненькая кузница. Обожаю кузницы. По-моему, все любят кузницы из-за этого вот. О, два ума! Два алмаза, это уже победа. Уже можно алмазную кирку... Ой, алмазный меч сделать. Так, давайте-ка мы займем какой-нибудь домик, где будем жить. Потом, конечно же, мы переедем. Ну да, перейдем. Так, ну давайте вот этот вот домик мы займем. Хотя не, он какой-то маленький. Давайте вот этот вот, он большой. Здесь мы и поселимся на первое время. Так, пойдемте-ка за деревом. Ого. Как-то бедно они живут. Ну ладно. Так, добываем дерево. Дерево. Блин, давай быстрее добывайся. Спасибо. Так. О, ходят носатые. Ой, я путать буду теперь дома. Так. Так, делаем мы, значит, что? Делаем мы кирочку. Делаем мы, значит, сейчас за ресурсами. Ну да, за ресурсами. Сделаем мы, значит, себе еще меч. Алмазный. Ой, золотой, алмазный. Да, алмазного меча мне далеко, хотя могу его сделать. Так, где-то здесь была пещера, а я уже забыл, где. Ну, как всегда, я не изменяюсь. Так, а где она была-то? А, вот здесь она была, да. А, это другая пещера, ну ладно. Так. Вроде все нормально. Добываем уголь. Уголь сейчас нам пригодится. Надо осветить местность. Или зомби придут и нас съедят. Убьют. Растерзают. Как они это любят делать. Кстати, вот, кстати, и факелочки нам нужны. Так. Железо. Так, ну и уголь, естественно, нам пригодится. Что, переезжаете же железо, может и золото найдем. Но это вряд ли. В первую серию уже золото, железо найти, но это слишком. Ну, алмазы я нашел, уже слишком. Для первой серии это уже, я не знаю, это достижение. Первый же день найти алмазы, это просто бомба. Причем большая бомба, да. Так, о, железо, отлично. Нам сейчас главное алмазную броню... О, алмазную... Почему у меня алмазы трепятся? Нам нужна железная броня, потому что здесь не сохраняются вещи. А я не хочу ставить трипикитейтер, ну, чтобы у меня сохранялись все вещи. Ну, потому что это неинтересно. Будет интересно, когда я буду умирать, бомбить на свои вещи. Если я потеряю алмазные шмотки, я просто буду кричать. И где-то рядом зомби. Или нет, где-то что-то шелетится. Паук. Ладно, осторожно. Нам сейчас главное хотя бы на железный сет набрать.
И все. И можно сваливать. Я больше ничего не хочу. Кстати, нам надо и камень немножечко подобывать. Блин, он очень близко, этот паук. Он меня пугает. Я еще ночью снимаю. Блин. Ты где? Не пугай, пожалуйста. Может, все-таки друзья, паук. Ё-моё. Извини, паук, но мне нужны твои паутина. Паутина можно? Нет, он зажмотничал. Давайте-ка мы всё осветим, чтобы вообще нигде не появлялись. Они отлично. Кстати, угля очень много. Зачем мне столько угля? Угля всегда в Майнкрафте много, не понимаю, зачем он мне столько в таких количествах. Ну, видно, для чего-то пригодится. Так, нам хотя бы железо и нагрудник и поножи сделать. Все. Ну и шапочку, в принципе, можно. Опа-на. Какой я слепой, если бы я это не увидел. А вы бы мне писали, Никита. Ты пропустил железо там, ты там, я там. Я знаю, ребята, что я это... Слепой еще тот... Извиняюсь за это. Потому что я очень много ресурсов пропускаю. Не знаю почему. Ну да ладно. Не, ну угля очень много. Уже стак, алло. Зачем мне столько? Кстати, надо наверх уходить. Это плохо кончится. Когда ночь, это жопенция будет. А я без всего. У меня еды даже нет. У меня этот глаз только. Смысл мне его есть? Правильно, никакого. Я даже не буду его пробовать. Кстати, выкину я его нафиг. Я знаю, что из него маринад можно сделать. Ой, маринад, ну, что-то такое там. Блин, не помню, как там крафт делается. Но вроде что-то из глаза можно сделать, получил. Замаринованный. Там к жителям это вырываются. Ребят, надо им помочь. Я к ним иду. Они взломали дверь. Ночь. Понятно теперь почему. Так, выходим мы, значит, на улицу. Выходим на улицу, я сказал. Они дверь там сломали. Они там жителей убивают. Надо помочь им. Там же жители мне нужны. Твари. Отстали от них. Чего вам надо? Живите. Живите, живите, не живите, не умирайте. Прячься, дубина ты. Спрячься. Живи. Где? Чёрт. А, нет, он живой. Где-то я слышал, бьют. Так, ладно, надо это... Надо запереть тебя. Сядь на место, дебил. Блин. Так, ладно. Пусть пока так будет. Надо закрыть жить. Ты как там оказался? Ладно, я тебя потом убью. Или тебя солнце сожгет. Не, ну скажи, ну ты дебил, а? Так. Живите. Кстати, я дом свой закрыл. Так, 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 так. Ну ты дебил, что ли, нафиг. Так, ладно. Вроде чисто. Надо осветить местность. Они будут появляться бесконечно. Надо осветить местность. Во, где эта пещера? Я уже слышал зомбака. Так, освещаем место. Ага, на дорожку не ставятся факела. Два! Я на шин сел! Бежим! Нафиг это все! Надо их взорвать! Взрывайтесь! Ага, молодцы. Земля пригодится, а потом здесь все, ребят, починю.
О, да, они у... кто-то убил кого-то. Я не могу бегать. Все. Так. Мне хлеб нужен сейчас. Я знаю, что, ребята, я не спел, я собираю, но мне сейчас нет на это времени. Я взял, что я смог взять. Так. Мне нужен дом. Срочно дом, 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 дом. Дебилы, сюда идите. Ай. Ничего, потом вас спасать 1000 раз. Ладно, хотя бы спасу тебя. Да, будешь здесь сидеть здесь пока. Корова. Не, я не убиваю. Коров. Животных вообще не трогаю. Так. Еще один делаем этот. Верстак. Поставим-ка мы его сюда. Уберем эти фигни. Ой, алмазики. Так. О, сделаем мы... наше железо. Так, делим. Так быстрее все будет по это плавиться. Я слышал, ли кого-то вот бьют. Да, я слышу зомбака где-то очень рядом. Да не бойся, ты не тронет он тебя, потому что я здесь. Так, давай, 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 давай. Нам броня нужна сейчас. Это пипец как. Так, нам сейчас нагрудник нужен. Кто-то ходит. Кстати, о чем ты торгуешься? Ага, ты церковник у нас. Нифига себе, что просишь. Ну, в принципе, зомбаков я побью, это без проблем. Главное выжить после них. Так, собираем и все. Опыт идет, отлично. Так, где мы, значит, грудник? Шапку. Ну и по ножу. Так будет это логичнее. Так больше будет брони. Мне просто вещи неохота собирать потом свои. Я же вам сказал, то, что тут вещи не сохраняются. Но это вообще чтецтво называется. Ну, я не ставлю это ту команду. Там уж и так неинтересно. А еды у меня нет. А солнце... А солнце... Я же графику еще там немного подделал. У меня звезды и луну не видно. Супер. Будем ориентироваться. По факелу. Так. Я же мог часы... А, часы редстоун нужен вроде как. Или не нужен? Блин, я не помню. Нужен или не нужен? По-моему, нужен редстоун. Или не нужен, я не помню. Так, ты сиди тут, значит, у нас тут. Сиди, дебил, там. Умереть тебе не хватало. Я зайду, если лишь пошел. А то я умру без еды. О, зомби, короче, ходит. Зомбик. По-моему, надо алмазный меч делать. Или нет? А! Шерсть! А я все... А, я такой дебил. Боже мой, я все железо на броне из этой потратил, короче. Гори! Ведьма, блин.
Да, вот они ходят везде, эти зомби. Места себе не найдут, кого сажать. Ну, вроде никого не убили. Вроде. Все живые. Угу. Уже рассвет. Я слышал зомби. И это... Нет, колодца никого нет. Стану. А где они могут? Нет. Кстати, сундук надо вызывать. Нафиг он им нужен? Я слышу зомбака. И не простого, а этого, как он? Сельского зомбака, или как они там называются? Да, я прям их слышу, и ни одного. Как ты, братик, тогда попал? Как вот так? Ё-моё, вот вам двойная вот эта вот. Вот, выходи. Ща-ща-ща-ща. Вот, смотри, вот, выходи, выходи, вот тебе. Выходите. Ну, ты выйдешь, ты не тупой, я думаю. Я слышу зомби из этих домов где-то. Да я прям его слышу. Где они могут быть? Или я слепой, или я просто тупой и не вижу этого. Не, я прямо слышу его, ребят, без шуток. Это не зомби. Там не могут быть зомбаки. По-моему, я все-таки сошел с ума и слышу какие-то звуки. Супер, что могу сказать. А снимаю я уже 16 минут. О, морковка. Соберем ее всю и посадим. Морковочка. Морковочка. Да, блин, ставься. Ставься, точнее. О, давайте пойдем заодно. Надо с собой сажать всегда, ребят. А то привыкли люди, вот в реальной жизни он просто, ну, все готово, покупаешь там в магазинах, и у тебя там уже все есть, хлеб, все остальное, просто подходишь, ну, в магазине ты заходишь, что тебе надо, ты покупаешь, все готовенькое такое, легко, а ты не задумаешься, как же это все делают, как это все сложно. В самом деле это очень сложно, люди работают, трудятся, а мы этим пользуемся. Ну так вот. Да, история из жизни. Немного тупая, немного интересная. Одно из двух. Так. Так, собираем все и сажаем заново. У меня хоть все сколько семян. Надо, наверное, уходить отсюда, потому что, когда я здесь, сюда приходят зомби. Ну, спавнится в этой местности. И нападают на других. Ты задрал, ты где? Ты мне не даешь нормально. Чё за туса у вас тут? Алло? Я, смотрите, а у них туса. А давайте все-таки меч алмаз сделаем для такого случая. Фиг ли нам? Я кнопку сделал. Зомбаки, вы любите меч алмазы? Смотри, как он вас хочет. Все, нифига вас тут сколько! Четверо было, я офигею. Все-таки заразили кого-то. Ой, я не знал. Уху. Ну ладно, ребят, давайте отсюда уходить. Чем я больше здесь остаюсь, тем больше они в опасности. Побежали. Побежали. Найдем какое-нибудь место для жилья, где мы будем жить. Все остальное.
Ну, в принципе, вот это во, идеальное место, ребят. Смотрите, какая ровная площадка. Даже ничего не надо выравнивать. Идеальное место, где мы будем жить, выживать, строить. Ну и что-то такое подобное. Что, погнали. Так. Ложим мы, знаешь, все, что мне не надо. Мы сейчас сделаем себе поесть, естественно. Так. Поесть, естественно. Покушали мы, значит. Инструменты. Ага, у меня нет камня. Угу. Там есть какая-то гора. Можно, в принципе, сейчас вообще в горе поселиться какой-нибудь, и все, и победа. Ну, я не знаю, хорошая ли эта идея, но вроде хорош, вроде или плохо. А фиг его знает. А фиг его знает, реально. Извини, свинюшка, но мне еда нужна. Я сейчас вообще на там еды, у меня еды очень мало. Извини. Я еще от этого лица играю, неудобно, нифига. Давай еще тут такая высокая. Ай, ну что ж. А, ребят. Давайте на этом уже заканчивать, что ли, видео. И так уже получилось большое. На 21 минуту. Думаю, вам понравится. Вы оцените это лайком. Го, ребят, наберем под этим видео. Всего лишь 7 байков. Я прошу 7 байков. И все. Я пойму то, что вам нравится этот сезон выживания в Майнкрафте, да. Я буду продолжать снимать выживание. Что я сказал? Ладно. Всем пока, удачи, до скорых встреч. Надеюсь, вам понравился ролик. И вы оцените лайком еще раз. Всем пока.